У нас пошел снег. Вот. Можно сказать, еще раз первый. Короче, мы пошли в магазин покупать кое-что интересное. Вот, вот на этом прицепим. Повезем сейчас, подключаем прицеп и поедем в магазин. Покажу. Вот, вот эту штуку мы сегодня приобрели. Вот. А тестировать будем уже в следующем году. Все, палец вверх. Он еще и уезжает сам, блин. Давай в Ладогу, блядь. Вот тебе первый старт и первый запуск. Все, как? Давай. Все, камера включена вот так. Аккуратно только, не болтай. Монтажировать немного. Так, короче, мы истратили 80 тысяч. Теперь первый прикол. Короче, моя мотособака Онега. Вот. Она по высоте выше, чем арка в Калине. Я думал там заднее сиденье снять. Думал, ну, буду кататься без прицепа. А санки на крышу. Не, нифига, придется кататься с прицепом. Она по высоте не влазит в машину. Давай. Вот такой прикол. Иди доску бери. Такой прицел. Сейчас вот здесь, ну, будем в прицепе таскать. Тент сделаю. Отрежу там, привяжу. А сюда две доски, ну, на прицеп. Две доски сошью рейками. Та и будет мостик такой. Ну, все. Уже начало темнеть. Ну, вот. Так что разбираться мы будем на рыбалке уже, все, заводится, едет. Ну вот, сейчас пару дней отработаем и до следующих видосов. Вот сделал такую, ну, такой вот съезд сделал. Ну, вот, будем заезжать на нем туда. Ну, вот. Сейчас его, короче, ставим в гараж. Так что подписываемся на канал, ставим лайки, ждем следующих видосов. Напоминаю, Онега. 15-сильная, без вариатора там, ну, с фарой. Фара есть, и чека безопасности тоже есть. Самое главное, а остальное будем пробовать, как там все получается. Всем пока.